Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми». Меня зовут Евгений Гуляев. В этот весенний солнечный день мы начинаем съемки нашего очередного выпуска. Ну что ж, включаем голову и начинаем. Поехали! Почему весной вместе со снегом тает асфальт? Наверное, это вопросы к властям. Почему у нас такой асфальт? А для чего это делают тогда? Кто делает? Власти, если они... Я думаю, это неумышленно, просто экономия на материалах. Не просто из-за погоды, наверное. То, что становится тепло. Из-за погоды. Это такая технология асфальта, что получается некачественно? Нет, это... Да нет, это к этому не влияет отношение. Чисто сама погода влияет. Качество дорог такое. Если плохо кладут, это не технология такая. Нет. Просто плохо. На пользу технологии. Нет. У нас кладут там, где не нужно класть. Во-первых, где нужно класть, этого не делают. Перепад температур. То есть это наши северные широты во всем виноват? Широты? Не, ну почему? Тает, потому что асфальт теплый, нагревается, снег тает, весна. То есть это такой у нас асфальт некачественный? Ну и в некоторых местах и так можно сказать. Наверное, потому что асфальт сделан плохо. Плохо сделан. А почему он сделан плохо? Халатность. А там какой-то может... Это. Да. А может, это специально так делают? Чтобы обмывать деньги. Ну, как вариант. Ну и чтобы на следующий год сделать снова ремонт. Ну, если люди любят делать ремонт дорог, почему бы и нет? Ну, это не связано с тем, что мы в северных широтах, что у нас такая погода плохая? Я думаю, нет. Это должно зависеть от условий города. То есть, если изначально знают, что здесь погода плохая, нужно делать асфальт. Получше. Согласно этим погодным условиям. Чем отличается кулек от пакета? Недавно мне сказала сестра, кулек – это чисто пермское употребление слова «пакет». И нигде его больше нет, только в Перми. То есть никаких отличий от кулька нет. И пакета? Нет. Хорошо, а прозрачный-то как у нас называется? Вот есть прозрачный без ручек, маленький, а есть большой с ручкой. Маленький без ручек прозрачный, он тоже пакет? Да, потому что написано пакеты одноразовые. При продаже. То есть кулька совершенно такое слово не существует? Это просто, мне кажется, пермский, сленг. Но это у нас в Перми так привыкли говорить. А что мы называем кульком? Пакет с ручки, это, во-первых. А кулек, по-моему, просто так, кулек. Еще раз озвучьте. Пакет с ручки, то есть нести можно, а кулек его завязывать нужно. Завязывать нужно? Да. А из чего кулек делают? Ну, тоже из полиэтилена. А бумажный кулек бывает? Бывает, да. Не знаю. Бывает. Пакет. Пакет, да, скорее всего, бумажный. Тогда уж... А кулек бумажный не бывает? По-моему, нет. Ну, допустим, есть пакет, который можно положить в хлеб. А кулек, он как-то может больше или выглядит по-другому, не знаю. Но он такой же, из полиэтилена? Нет, мне кажется, материал другой. Материал другой? Да. А чаще всего в магазинах дают кульки или пакеты? Это смотря в каком. Так. Где дают кульки? Кульки, ну, дают обычно в магазинах продуктовых. А пакеты дают в магазинах, ну, допустим, как у меня. То есть у вас сейчас пакет? Да. Вместимостью и качеством полиэтилена. Так, вместимостью это расцветка. Как? Кулек это меньше, больше? Кулек от пакета. Кулек меньше. Кулек меньше и... Меньше. Пакет больше. Больше. Качество пленки, расцветки. Кулек, он просто... Кулечек. Прозрачный. Прозрачный, да. То есть я так понимаю. А пакет большой с ручками? Пакет большой с ручками. Кулек, говорят, у нас в Пермском крае, пакет во всех остальных городах. То есть у нас пакет называют кульком? Да. А внешних отличий никак? Ну, есть еще теория, что пакет с ручками, кулек без ручек. Но... А бумажный, полиэтиленовый, это все пакет? Нет, да. Нет? Да. Я думаю, да. А кулек? Ну, это то же самое. Без ручек. Да. Ну, я не знаю, я просто говорю как то, что... Как она истина. Да. Запутанный вопрос, мы сегодня тоже пытаемся разобраться со всеми. Что такое дрын? Что за реакция? Женя... Слушай, в студенческие годы это обозначало что-то прямо не очень. Я не буду это говорить. В смысле, что-то пошлое? Ну, что-то да, такое. А где впервые услышать такое слово? Так вот, где-то в кругах молодежи.
Молодежи. Да. В каких случаях использовалось это слово? В нецензурных. Нецензурных? Да. Например? Не буду говорить. По-моему, это что-то такое железное и большое. Да. Вот. Когда его используют? При каких случаях? А вот это я не знаю. Мне кажется, это палка какая-то. Ударь, дрыну сейчас тебе типа ударю. Не знаю. Ну да, есть такое выражение сейчас, как да, дрыном. Да, раньше, да, как дрыну сейчас тебе дам. Я же ни разу не слышала. Вы сами дрын не видели у дедушки? Нет. Ни разу не показывали? Нет, убежали только. Дрын? Дрын. Нет, без понятия. Ну, есть такое выражение сейчас, как дам дрыном. Не слышали? То есть слово дрын вообще впервые слышали? Да. Нет, мои родители тоже не употребляют. И предположение да. Никак. Что-то типа палки? Дрын. Это большая такая палочка. Увесистая. Увесистая. И которой можно огреть хорошо. В каких случаях она применялась? Это, наверное, типа в заборе где-то вот так вот жерди такие. Типа дрын, жерди. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.